Давайте. Поступила одна кандидатура. Бориса Леонидовича Шинчук. Голосование проводится открыто. Избирается членами общественной палаты. Приступаем к голосованию. Кто за то, чтобы избрать председателем общественной палаты Саратовской области Бориса Леонидовича Шинчук, прошу голосовать. Кто за? Опустите руки. Кто против? Нет. Кто воздержался? Счетная палата спит, ходить считаете? Вы считаете, кто руки поднимает? Посмотрите, ничего.